Мы находимся сейчас около Дома правительства. Здесь такое вот сооружение сделали. Предполагается, что это такая своеобразная лавочка. Скамейка в виде ледокола. Днем она выглядит не очень, чуть позже увидите, как она светится в темноте. Фото скамейки сделаны из специальной стали, по контуру добавлена подсветка. Подсветка на проезжей части, ее отделит стена скальной породой. Предполагалось, что здесь парковались машины, и поэтому решили здесь такую оставить, такой арт-объект поставить. Не знаю, как это назвать. Не знаю, чтобы здесь парковались машины, заезжали, мешали кому-то ездить или ходить, как указывалось. Ну вот, что есть, то есть. В принципе, днем оно выглядит несуразно, а вот когда подсветка и вечер, довольно-таки неплохо. Хотя многие критикуют вот это сооружение. Ну, что есть, то есть. Вот, пожалуйста, с подсветкой. Совсем другой вид. Стараюсь, это ледокол. Или, по крайней мере, хотел сделать, чтобы это было похоже на ледокол. В принципе, если бы я не знал, я бы не проверил, что это ледокол.